мова піде про події та про новини, про Маріуполь та маріупольців. В програмі «Три крапки» ми завжди намагаємось розказати більше, ну а Маріуполь щедрий на події. Отже, 40 хвилин прямого ефіру, це телеканал «Сіма», я Ганна Дробот, добрий вечір. 40 хвилин, друзі, ми будемо з вами говорити сьогодні на три різні теми. І у нас є, як завжди, одне запитання для всього ефіру. Це запитання ми будемо обговорювати в третій частині нашої програми з нашим третім гостем. Ви будете бачити його протягом програми на своїх екранах. Чи вважаєте ви, що покупка проїзного квитка може суттєво зекономити ваш бюджет? Таке питання я вам пропоную. Якщо так і ви згодні, обирайте номер телефону 0800-606-247. Якщо ні, ви думаєте навпаки, то тоді 0800-606-257. Тобто говорити ми будемо в третій частині програми про те, як можна зекономити, про те, скільки коштує проїзний квиток, а перша наша тема – це буде тема теплих кредитів. І от з цієї теми ми сьогодні будемо починати з начальником управління з питань екології, енергоменеджменту та охорони праці Вагном Цаканяном. Сьогодні ви наш гість, Вагне Григоровичу. Добрий вечір, я вас вітаю. Добрий вечір. Я пропоную зараз подивитися невеличкий сюжет, а потім вже поговорити. Морський бульвар 52. Мешканці цієї багатоповерхівки одним із перших стали економити на опаленні взимку. З кожним роком охочих скористатися державною програмою і взяти теплий кредит у нашому місті стає дедалі більше. Пані Олена мешкає в двокімнатній квартирі сусіднього 48-го будинку на Морському бульварі. Рік тому сусіди взяли теплий кредит і встановили в підвалі індивідуальний тепловий пункт. От у мене дочка в однокомнатній квартирі живе, 1200 у нього це виходить, а у мене 700 з чим-то двокімнатна квартира. За пристрій жінка заплатила трохи більше, ніж 1000 гривень. За опалювальний сезон вартість пункту виправдали, розповідає голова ОСББ пані Світлана. За отопительний сезон трьохкімнатна квартира зекономила кожна 1,8 гігакалорій, а двохкімнатна 1,2 гігакалорії. Це в сумі виходить 1600 гривень. І 1980 гривень трьохкомнатного. Загальна ціна теплового пункту – півмільйона гривень. Мешканці оплатили третину, інші відшкодували місто та держава. Наступний крок – утеплення всього будинку. Отже, є такий варіант економії, як встановлення індивідуального теплового пункту. Розкажіть, будь ласка, три слова, що це означає, що це за пристрій взагалі? І давайте з цього варіанту, може, економії, ми почнемо далі вже нашу бесіду. Розкажіть, наскільки таке встановлення виправдане? І от ваша думка як фахівця, ми почули зараз думку жителів, їм подобається. Це справді економія? На чому економія? Хотелось бы отметить, что это уже такой второй проект по морскому 48. Первый проект по окнам они реализовали в 2017 году и в прошлом 2018 году реализовали индивидуальные тепловые пункты. И где-то в марте месяце, по памяти уже не помню, они уже полностью окупили его и оплатили этот кредит. В этом году у них заявка на 2,6 миллиона на утепление. Соответственно, что такое индивидуальный тепловой пункт или ИТП? Это оборудование, которое у нас устанавливается на вводе по линии отопления, которое позволяет нам потреблять столько тепловой энергии, сколько необходимо, исходя из заданных параметров. То есть меряется разность температуры на подаче, на обратке, меряется разность температуры в помещениях, на улице. Учитываются эти все факторы. Есть такой прибор, который называется контроллер, он определенным образом запрограммирован, и он определенную подачу осуществляет теплоноситель. А в некотором случае эту подачу ограничивает до минимума. Там стоит соответствующее оборудование, насос. То есть потребители, мы с вами, жители многоквартирных домов, это не чувствуем. А с точки зрения потребления энергии, мы как раз защищены от перепотребления. Знаете, когда вот в ноябре, в марте месяце очень часто бывает, что теплосеть достаточно инертное предприятие, и некоторые люди открывают форточку и топят улицу, и за это платят деньги. Вот ИТП как раз рассчитано на то, чтобы этого не было. Ну, звичайно, регулировать самостоятельно, это выгоднее. Обирати, чи мерзнути, чи ні, теж. Але все ж таки, наскільки наші багатоповерхівки пристосовані для цього пристрою? Тобто, можна встановити будь-де?
Нет, это нормальная европейская практика. Ряд наших соседей, у которых аналогичные проекты, там чешские проекты, да, и ряд других проектов, они реализовывали соответствующие проекты по установке аналогичного оборудования. Здесь есть несколько «но». Естественно, если сеть устаревшая, имеет потери, подтеки и так далее, но хоть в аварийном состоянии, то ну, никакой ИТП, наверное, в этом ситуации как бы не спасет. Да? Здесь необходимо еще следить за состоянием сети. Установить балансировочные клапана, при необходимости заменить так называемые стояки, которые у нас установлены на многоквартирных домах, и после этого устанавливать, естественно, ИТП как весы, по сути дела, как некий узел регулятора, который позволяет нам потреблять столько, сколько нам надо, а не столько, сколько дает энергоснабжающая организация. Давайте тепер ближче до теплих кредитів. Розкажіть, будь ласка, скільки в Маріуполі цього року витрачено грошей на ці енергоефективні заходи? Чтобы мы понимали тенденцию, теплые кредиты начали реализовываться с 2015 года. Первый кредит, как раз морской 48, был реализован в 2017 году. Это был первый, единственный в этот год. В прошлом, в 2018 году, порядка 10 кредитов было реализовано в городе Мариуполе, городская компенсация составила 750 тысяч. В этом году у нас уже 32 заявки по теплым кредитам, из них 24 уже законтрактированы, по ним ведутся работы, и 6 уже закончили эти работы. Сбившиеся. Соответственно, эти кредиты и эта программа реализуются совместно с государством. Есть государственная поддержка в порядке 190 миллионов гривен, первый транш. И второй транш, который буквально на днях стал известен нам, с августа месяца ожидается порядка 380 миллионов на второй транш, на реализацию этих проектов. Тобто я чула, что банки, 4 банки українських, які видавали ці кредити, свої ліміти вичерпали і більше не буде, а вже буде. По первому траншу, да. І зараз вони заключають договори относительно второго транша, і в августі місяці ми ожидаємо возобновлення кредитування. Це 3 банки, які працюють в Маріуполі. Государственные банки «Приват», «Ощад» і «Укргазбанк». Со стороны городского совета є програма по компенсації. Ми гарантовано компенсуємо вместе з государством 90% тіла кредиту. И 1,5% оставляется для ОСМД процентной ставки. Остальное компенсирует город и область. И жодних випадків, щоб не компенсували, не було. Если документы сданы вовремя, соответственно, все проекты, которые реализовывались в городе Мариуполе, со стороны города всегда максимальная компенсация была. Необходимо понимать, что 30 ноября, согласно постановлению Кабинета министров, это последний день, когда необходимо сдать все документы в банк и банку предоставить на компенсацию даже энергоэффективность. На что в Мариуполе берут теплые кредиты? На что витрачають гроши? Порядка, на сегодняшний день, порядка 75% это окна, двери, которые устанавливаются в местах общественного пользования. А скажите, это больше приватный сектор, чи багатоповерхівки? Нет, нет, мы сейчас говорим исключительно в рамках юридических лиц, ОСМД и ЖСК. Где-то 15% это ИТП. То есть у нас в прошлом году первый был ИТП, два, точнее, ИТП было. В этом году порядка 8 проектов, которые намерены брать ИТП. И «Морской 48» заходит в третий этап, в утепление. Это тоже пилотный такой проект будет с точки зрения реализации утепления по теплым кредитам. У нас в Маріуполі є різні будівлі. Наприклад, є там 4 чи 5 поверхівки, потім 9, вони молодші, потім 12-14. Скажіть, якось відрізняється утеплення таких будинків і чи не буває такого, що у вас старий будинок ми вам не дамо? Нет, там есть соответствующие у каждого банка свои требования с точки зрения предоставления документации. Должно быть самое главное, это решение жителей ФОСМД и ЖСК идти в эту историю и заключать эти договоры и реализовывать эти проекты. Есть технические ограничения относительно применения тех или иных утеплителей и соответствующего оборудования. И для этой цели, чтобы мы, наши председатели ОСМД, ориентировались в этих разницах, понимали, чем отличается минвата от пенопласта, какой плотности необходимо брать, какая толщина должна быть. Мы как раз осуществляем на периодической основе обучение для ОСМД именно с точки зрения энергоэффективности. Буквально на этой неделе, во вторник, было такое обучение, 35 председателей ОСМД прошли его, были приглашены специалисты из международных компаний IFC, из компаний, которые реализуют это оборудование, и конкретно на примерах тех домов, которые были председатели, как вы говорите, пятиэтажки, девятиэтажки и так далее,
разбирались, просчитывались и выезжали даже на место, на Морской 48, для того, чтобы посмотреть, как они это реализовали, так сказать, пощупать, пообщаться, воочию это сфотографировать, и для того, чтобы, ну, кроме теоретической части, еще и практическая часть была. Я зустрічала таку думку фахівців, що 30% тепла утікає через стіни, 30% через дах і десь 15-20 через двері і через вікна. Скажіть, з чого треба починати? Чим треба займатися, по-перше? Якщо говорити правильно, як це треба робити, то першим ділом необхідно зробити якісний енергоаудит вдома. Что такое энергоаудит? Это не просто, что кто-то придет и с тепловизором сфотографирует и покажет нам какие-то красивые картинки. Нет. Это достаточно серьезный интеллектуальный инженерный труд, который покажет нам полностью баланс энергии, которую потребляет объект. И покажет узкие места, где мы можем сэкономить, уменьшив потери, либо не перепотребив эту энергию. Качественный энергоаудит также должен быть с расчетами, с показаниями, дисконтированным сроком окупаемости и так далее, чтобы мы понимали, сколько будет стоить нам поменять окна, на какие окна необходимо менять, технические характеристики, как это позволит нам экономить, сколько это будет с точки зрения финансов, сколько мы сможем окупить это мероприятие и так далее, и так далее. Как правило, начинается термомодернизация с замены оконных блоков, с установки освещения светодиодного с датчиками движения. Это то, что дает достаточно быстрый эффект. Следующий этап – это замена сетей, замена отопления и установка индивидуальных тепловых пунктов, при необходимости установка балансировочных клапанов, если это многоквартирный большой дом. И, соответственно, третий уже этап – это минимизация потерь, то есть утепление фасада, утепление кровли, цоколя. Соответственно, в городе Мариуполе у нас есть уже ряд таких пилотных проектов в рамках государственного финансирования, поддержки из области, из города, где были реализованы такие проекты. В среднем это дает 30-40, а иногда и 50% экономия теплоносителя. В какой якости выступает Мариупольская міська влада? Между замовником и людьми, которые это замовлення выполняют. Вы рассказали про то, что вы навчаете, так? Вы навчаете жителей, навчаете ОСБ, як все робиться правильно, ще що? Ви якось контролюєте ці процеси? Да, в першу чергу необхідно, безусловно, я ще раз настаиваю, людей обучити, щоб вони розуміли тонкості ази. Второй этап – это система контроля. Есть система контроля у банков, так как весь финансовый расчет и, соответственно, средства банки реализуют свои. И потом, после оплаты, предоставляют город, предоставляют Держагентство за энергоэффективность, так называемый сведенный реестр, в котором показывают, что такое-то ОСМД взяло столько-то денег на реализацию такого-то объекта. Соответственно, мы выезжаем и обсматриваем этот объект. Если это замена окон, реально ли замена такого количества окон, насколько эти окна соответствуют тем требованиям, которые на сегодняшний день есть, то есть коэффициент сопротивления теплопотери и так далее, и так далее, и так далее. И после этого принимается решение относительно, что все нормально, вопросов нет. При необходимости мы имеем право запросить дополнительную информацию. И если все хорошо, а у нас, слава богу, все пока хорошо и реализуется качественно, то после этого идет компенсация со стороны городского совета. Аналогичная же схема действует и с Держэнергоэффективности. Давайте еще поговорим про перспективы. Как вы считаете, наступного року эта программа будет також активно працювати? Я знаю, что есть еще одна программа. Расскажите про нее. Да, действительно, еще с прошлого года, а может даже с позапрошлого года, декларировалось о создании фонда энергоэффективности. Что это такое? Это механизм, который очень схож с теплыми кредитами, но в отличие от теплых кредитов, там еще есть возможность компенсации работ. И это механизм, который не привязан к государственному бюджету, то есть к бюджетированию. Он переходящий, он на 2 года. То есть проект может реализовываться в течение 2 лет. То есть, если этого года не реализовали, начали реализовать, продолжать на продолжится на наступный рік, а при необходимости, при форс-мажорах, еще и можно на год еще продлить. Соответственно, идет компенсация того самого энергоаудита, который я сказал. То есть до 70% государство компенсирует затраты на энергоаудит. Также до 70% идет компенсация на проектно-сметную документацию. То есть это более расширенный, скажем так, подход к вопросам энергоэффективности, который предполагает реализацию не одного конкретного мероприятия, хотя такое тоже возможно, а комплексно. И дает возможность нашему ОСМД работать с точки зрения перспективы и этапности. Первый этап, второй этап, третий этап.
Ну, це, мабуть, все ж таки зручніше, але подивимось, як це буде працювати. Я вам дякую, пане Вагне, а нам час переходити до другої теми. Але ми зараз подивимося невеличкий сюжет, якщо він є. А, ні, мені підказують, що його немає. Ні, сюжету у нас не буде, тому ми одразу переходимо до другої теми нашої програми. І, друзі, я вам нагадую, що в нас є питання протягом програми. Я пропоную вам відповісти на це питання, обговорювати. Ми будемо це питання вже в третій частині нашої програми. Отже, чи ви вважаєте, що покупка проїзного квитка може суттєво зекономити для вас бюджет? Друга тема нашої програми – це робота депутатського корпусу. Декілька останніх місяців вся країна слідкувала і брала участь у виборах. Це був справді марафон, і досі ми не знаємо, чи він закінчився, чи ні. І, може, нас найближчим часом вже чекають знову вибори. Вибори – боротьба за місцеві органи влади. Сьогодні ми поговоримо про те, як працює депутатський корпус, про їх очікування, про те, в якому режимі вони працюють. Чи це відпустка, чи це активність, чи це очікування. Поговоримо сьогодні ми з депутатом Маріупольської міської ради Оксаною Гринько. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже рада тебе вітати. Ну, перше питання. Як ти можеш прокоментувати хід виборів в Маріуполі? Хід, результати, які враження? Ну, враження цілком позитивні. І я так вважаю, що у тих, хто брав участь по обидві боки, ті, хто приймав участь як кандидати, і ті, хто брав участь як виборці, мають бути задоволеними тим, що волевиявлення здійснилося, що вибори в Маріуполі пройшли чесно, прозоро, що у нас не було жодного якогось інциденту на виборчих дільницях, що підрахували голоси і їх визнали усі політичні сили, усі кандидати, які брали участь у самому виборчому процесі. Це дуже важливо, оскільки бачимо, що зараз відбувається у місті Щастя, у деяких округах у Чернівецькій області, у Харківській, де скандали, де сварки, а подекуди і доходить до госпіталізації членів окружних виборчих комісій. Тобто, я дуже задоволена тим, що Маріуполь і маріупольці навчилися поводити себе як свідомі і політично обізнані громадяни, і які, не дивлячись на те, що зараз сезон відпусток, море кличе, шашлик, природа, якісь подорожі, але тим не менше, більше десь половина виборців так дійшли до дільниці, віддали свої голоси. І результатами я теж задоволена, оскільки представники нашої політичної сили, яку я представляю у міській раді, вони отримали мандати народних депутатів. Скажи, як ти вважаєш, чи варто депутатам Маріупольської міської ради якось передивитися свою роботу? Може передивитися підхід до роботи? Тобто, про що я кажу? Чи як ти вважаєш, чи все ви зробили за цю каденцію чи за 7 місяців цього року, щоб ви були впевнені в тому, що маріупольці знов за вас проголосують на місцевих виборах? Це дуже слушне питання. І я хочу сказати, що ніколи не буває роботи забагато для депутата і для особи, яка обирається і працює на якійсь виборній посаді. Скільки б ти не працював, завжди залишиться робота, яку ще не доробили. Завжди залишиться щось, що неможливо вирішити протягом певного проміжку часу. Перейду на російську. Всегда очень хочется много всего сделать. Бывает гладко на бумаге, забываем про овраги. Чем еще хороши эти выборы и президентские, которые прошли, и вот эти, которые парламентские? Они показывают, что на выборы нужно идти с какими-то конкретными, в общем-то, проектами, с какими-то конкретными делами, с конкретными предложениями. Для депутатов городского совета это тем более актуально, потому что можно обещать, идя в парламент, я за все хорошее против всего плохого. Кого-то это удовлетворяет. И таких багато? Да, конечно. Потом люди приходят в Верховную Раду, кто-то работает действительно, пишет законопроекты, принимает, лоббирует, да, вот
какие-то хорошие изменения в стране. Депутатам городского совета, с одной стороны, легче, а с другой стороны, тяжелее. Потому что ну, как бы мы рядом с людьми, мы ходим по этим улицам, и любой человек может подойти и спросить, ну, там, допустим, там, Оксана Александровна, а мы вам вот давали наказ сделать ремонт такой-то, такой-то улицы. Ну, а что вы сделали? Ну, давай я зараз спитаю. Якщо мова йде про великі проєкти, які б ти зараз згадала? Проєкти, які, на які виділили гроші депутати? Які значущі проєкти? Які важливіші проєкти? Я зрозуміла. Що б ти сказала? Зрозуміла, Ганю. Ну, смотрите, во-первых, еще раз и еще раз, и я не устаю повторять это и всем, с кем общаюсь по своей депутатской деятельности, нет городских денег, есть деньги налогоплательщиков. Точно так же, как нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков. Все мы платим налоги, и за эти налоги хотим получать качественные муниципальные сервисы, в чем бы они ни выражались. На старте, так сказать, нашей депутатской каденции, в чем была обратная связь, да, от жителей? Мы с коллегами ходили по дворам и спрашивали у людей, что вы хотите, чтобы было сделано вот в ближайшие 5 лет. У меня есть папочка, в которой расписана каждая улица, каждый, ну вот поселок Западный, рядом дома, в каком дворе чего нам не хватало. Что-то удалось сделать. Да, ближче, да, ближче до тела. До результата. Ну смотрите, вот за 7 месяцев этого года мы приняли уже около 600 решений. С начала каденции, ну, умножайте это все еще на 4,5, на 5 раз где-то так, да, вот количество решений. Кто-то скажет, да, бумаготворчество. На самом деле, как бы, есть такие проекты, от которых зависит напрямую, и это не для красного словца, жизнь полумиллионного города. Например, это проект, который мы сначала проголосовали в стратегии развития Мариуполя, а потом согласились на то, чтобы город взял 64 миллиона евро кредита от французского правительства, да, на полную модернизацию системы водообеспечения Мариуполя. Ну, как можно 500-тысячный город оставить без качественной питьевой воды? К счастью, мы уже на финишном этапе оформления всех этих документов. Это была проделана огромнейшая работа городским головой лично. Ну, мы опосредованно участвовали. Ну, ЖК проект? Проекта еще нет. Чи проектная документация, может? Проекта нет. Проектная документация будет готовиться после того, как мы закончим, возьмем на себя, горсовет должен взять на себя гарантии о том, что если что-то пойдет не так у горводоканала, то город покроет эти кредиты и кредитные средства вернет. Ну, дивись, міський голова підписав с керівником цієї французької організації, наскільки я пам'ятаю, угоду в травні. От пройшло там 2 місяці, зараз що? Ну, у нас же вибори були. І ще терміни, які терміни? Хоч якісь, розкажи. Смотрите, на этой сессии мы будем давать свое согласие, да, разрешать городскому главе дальше действовать от имени городского совета и взять эти деньги. А эти деньги придут к нам через украинский Минфин. Это питание. Ну, это вопрос, да, конечно. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо, потому что, ну, осталось вот еще махонький шажочек сделать. Мы принимаем это решение 30 июля, и далее уже все будет зависеть от того, как быстро вот эти деньги будут на казначейских счетах города Мариуполя. И тогда французские специалисты начинают готовить так называемое технико-экономическое или эксплуатационное обоснование. Что это значит? Я расскажу, что это значит. Они определят место, где будет построен завод по водоочистке. Так, еще мы не знаем. А мы еще не знаем этого, но обязательно это будет несколько предложений, все они будут иметь какие-то экономические обоснования, целевые обоснования, ну и так далее. Это мы все узнаем, и скорее всего, что вот этот проект будет вынесен, естественно, на общественные слушания. Угу. Ты сказала, что гроши будут заходить до міста все ж таки через Министерство финансов Украины. Мы много останнім часом и говорим, и чуємо про децентрализацию, про цей процесс, але все ж таки в місто гроші повертаються не своєчасно. Які є гарантії? Як ти вважаєш, що ці гроші не дійдуть до нас своєчасно? Мені кажется, знаєте, ну так, по-человечески буде просто не камільфо, да, новому президенту і почти уже новому Кабміну притормозити такий огромний, грандіозний проєкт, каковим є нова вода для міста Маріуполя. Ну, это уже дело политическое. Ну, я очень надеюсь на то, что люди дорожат своей репутацией и им дорого мнение мариупольцев. На одній сесії
міської ради депутати прийняли такі два дуже важливих, як на мене, рішення про два великих кредити. Один кредит – транспортний, другий кредит – для того, щоб замінити LED, як це, систему освітлення. Улічного освіщення, так. От про транспорт ми говоримо багато дуже багато. Чули. Ми очікували його восени, там терміни дещо інакші, взимку, але він вже приїде, ми вже розуміємо, що залишилися останні кроки. Що буде з цим сучасним LED-освітленням? Наскільки у нас центр міста, він дуже освітлений, але що буде з околицями? Наскільки є гарантія, що околиці будуть світлими? Ну, собственно говоря, этот кредит и берется для того, чтобы Мариуполь стал городом без окраин, и чтобы даже в самом отдаленном поселке было так же безопасно идти по улице, как и в центре города. И это, ну, задача одна из самых важных. То же самое жители отдаленных районов должны получать все муниципальные сервисы наравне с жителями, я не знаю, проспекта Мира или проспекта Строителей. И это логично. Кредит не маленький, это почти 12 миллионов евро. Он тоже берется на льготных условиях. И, собственно говоря, вот это новое освещение станет первой ласточкой на пути к городу без окраин и на пути к Большому Мариуполю, о котором вот недавно заявил наш мэр Вадим Сергеевич Бойченко, представляя программу «Будущее у моря». Это первый шажок, который сделает наш город еще более безопасным, еще более привлекательным и комфортным для жизни. Вот. Что еще было сделано? Большие проекты, которые были, которые, руку к которым приложили депутаты, это, конечно, программа поддержки ОСМД. Она у нас от сессии к сессии усовершенствуется, механизмы прорабатываются, дополняются. Мне очень приятно осознавать, что мариупольцы готовы брать на себя ответственность за свое жилье. И я вижу, что людям нравится жить в комфортных условиях. Вот. И те, кто сделал это первыми, наверное, в более выгодной позиции находятся, чем те, кто сейчас уже выстроился в очередь. Начиная с 2016 года, да, у нас создано 707 ОСМД. Это примерно немножко меньше, чем половина всех домов в Мариуполе многоквартирных. Вот. И только в этом году мы выделили на программу поддержки ОСМД 211 миллионов гривен. Ну, что там, какие преференции есть для ОСМД? Чем привлекательно это для людей, помимо того, что они сами потом отвечают за свою территорию, за свои жилые дома? Это ремонт двух конструктивов. Это может быть крыша, либо подвал, либо, я не знаю, стяжка дома, еще что-то. Плюс жители получают уютный двор по индивидуальному какому-то проекту, да, это значит асфальтирование придомовой территории, это значит беседки, детские площадки и все-все-все. Плюс еще два мини-проекта, которые тоже про предусмотрены. Про мини-проекты вже у нас, на жаль, немає часу. Ще одне питання, і будемо завершувати нашу другу тему. Скажіть, будь ласка, от у нас наприкінці місяця, там 30-го десь числа, у нас буде вже наступна сесія, 43-я. Так. Які проекти винесені на цю сесію? На эту сессию мы уже затронули немножко, да, мы даем гарантии нашим партнерам о том, что если что, мы выплатим кредиты. Это 3 или 4 решения, носят технический характер, я думаю, пройдет все хорошо. Плюс есть проекты, которые важны очень для людей, которые получают сейчас лечение или нуждаются в лечении, материальная помощь на лечение. По итогам майского заседания городской комиссии по предоставлению материальной помощи мы выделяем 660 тысяч гривен 36 людям, которые нуждаются в этом. И я надеюсь, что получится нам также вынести на рассмотрение проект решения по итогам июньского заседания городской комиссии. Там речь идет о 900 тысячах гривен. Плюс пересматриваем программу СЭР. Добавились 2 миллиона гривен на покупку жилья для спортсменов, тренеров и так далее. Цього року. Так. 2 миллиона город выделяет, 2 миллиона выделяет область. Что еще? КСН. Останнє. Укрупняются 2 КСН в Приморском районе. Будет теперь КСН Бригантина и КСН Западный. 2 больших КСН, которые будут работать дальше. Я еще одну хочу. Дуже швидко. Очень быстро. Также будет принято решение на покупку
бытовой техники для двух детских домов сімейного типу. Около 200 тисяч ми, я надіюсь, виділимо. Оксана, я дякую. Час переходити до третьої теми. Невеличкий сюжет і повертаємось. У Маріуполі підрахували співвідношення пільговиків і платників за проїзд у комунальному транспорті. У трамваях і тролейбусах на одну сплачену поїздку приходиться майже два пільговики. В автобусах трохи більше одного. Водночас собівартість складає 11 гривень 40 копійок у електротранспорті та 10,60 у автобусі. Проте поки вартість підвищувати не будуть. Це принципова позиція міського голови. Поэтому то решение, которое было предложено ТТУ о повышении 9 гривен, я не поддержал и предлагаю членам исполкома отменить данное решение о повышении проезда на 9 гривен. Ставим на голосование, голосуем за, против, воздержался, решение принято. До того ж, у місті діють проїзні, які допомагають заощаджувати. Середня вартість поїздки складає 5,50, а для школярів та студентів – 2 гривні 75 копійок. Транспортники обіцяють, незабаром з'явиться й новий мобільний додаток. Отже, поки що в Маріуполі без збільшення залишається вартість проїзду, але як можна зекономити? Про це ми сьогодні поговоримо з заступником директора департаменту транспорту та зв'язку Сергієм Остапенком. Сергію Євгеновичу, добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, чи багато в нас зайців? Да, є случаї, спеціально організована служба, яка осуществляє контроль на лінії оплаты проезда пассажирами в коммунальном транспорте, имеют место случаи, когда граждане устраняются от уплаты за проезд. Я знаю, что найближчим часом ви плануєте розробити мобільний додаток, завдяки якому можна буде придбати проїзний на місяць, електронний проїзний на місяць. Скільки він буде коштувати, що це за мобільний додаток, розкажіть. Ну, буквально несколько слов о том, что реализовано на сегодняшний день. Сегодня трамвайно-троллейбусное управление осуществляет продажу месячных проездных билетов, которые дают право проезда пассажирам в трамвае, троллейбусе и коммунальном автобусе. И придбати их можно, да? Без ограничения количества поездок. Приобрести их можно как в кассе ТТУ, так и непосредственно в транспортных средствах у кондуктора. Вместе с этим сегодня есть функция оплаты разовой поездки, используя приложение «Приват-24», с использованием QR-кода, размещенного непосредственно в транспортных средствах. Вот как бы объединение этих двух функций позволило расширить их, и уже в августе месяце этого года, то есть в следующем месяце, пассажиры будут иметь возможность приобрести проездной билет, месячный проездной билет, через приложение «Приват-24» с использованием QR-кода, находящегося в транспортных средствах. Стоимость данного проездного билета остается неизменной, а это 330 гривен гражданский проездной билет и 165 гривен ученический либо студенческий. Але це все ж таки повинно бути вигідно. В чому? При средней мобильности пассажира, а это 60 поездок в месяц, стоимость одной поездки составит по гражданскому проездному билету 5,50, по студенческому либо ученическому 2,75. Ну, естественно, при повышении мобильности пассажира, то есть при большем количестве поездок, которые он осуществляет в месяц, данная стоимость будет уменьшаться. Угу. Ми пропонували нашим глядачам протягом програми відповісти на питання, чи вважаєте ви, що покупка проїзного квитка може суттєво зекономити наш бюджет, наш бюджет, бюджет маріупольців. Отже, якщо ми подивимося зараз на результати на екрані, то з вами згодні. З вами згодні 37 людей, які зателефонували нам сьогодні, і тільки 8 гадають, що ні. Ну, ми подивимось, звичайно, але все ж таки, коли ви рахували, ви теж, може, думали про те, наскільки вигідно це буде вам. От розкажіть, наскільки вигідні ці проїздні? Ну, ці проїздні вигідні, як і комунальному підприємству Маріупольського трамвайного транспорту. Давайте про комунальне підприємство. Так, Маріупольському коммунальному предприятию трамвайно-троллейбусного управления, так как гарантированно пассажир оплачивает проезд, оплачивает его за месяц. Те зайцы, о которых вы сказали в начале программы, с увеличением продажи проездных билетов, их становится все меньше и меньше. По популярности проездного билета могу сказать цифры. То есть если в январе 2018 года было реализовано 1400 проездных билетов,
то уже в январе 2019-го эта цифра 2550, и в мае этого года это 3378 проездных билетов. Ну от ви знаєте, у більшості країн Європи один квиток для проїзду є і в автобусі, і в тролейбусі, і в трамваї, і в метро. І вартість залежить від того, чи наскільки довго ти їдеш, чи в яку частину міста ти їдеш. Оцей проїзний квиток, він буде один для всього транспорту чи ні? Этот проїзний білет один для всіх видів транспорту, даючий право проїзду в течение місяця. Ще в мене є питання. Ви зараз почали з прикладу з такого про QR-код, що можна оплатити в транспорті за допомогою смартфону. Я вам скажу, що нещодавно я бачила в Фейсбуці такий пост, чоловік розмістив про те, що кондуктор вимагала оплату за проїзд в трамваї готівкою, коли він хотів оплатити за допомогою QR-коду. Невеличка цитата. «Сьогодні предстояло проїхатися в трамвай. Решила платить телефоном. Но при показі кондуктору вона сказала, що це не її вагон. Подошел к другому QR-коду то же самое, еще к другому опять такое. Присмотрелся, они разные. Понял, что не хотят, чтобы платили терминалом, только наличкой, потому что ее не проконтролируют. Прийшлось платити налічними. ФБ-спільнота, я вам скажу, в коментарях розділилась. Хтось стикався з такими ситуаціями, хтось підтримав чоловіка, а хтось каже, що сплачує без проблем. От що ви скажете? Могла така ситуація статися? Чи знаєте ви про такі випадки? Теоретично така ситуація невозможна, але практично сталкувалися з такими ситуаціями. Їх становиться все менше і менше. На протяжении последнего времени, 2-3 месяцев, они практически сведены к нулю. То есть, сам тестируя данную функцию, да, оплачиваю проезд, когда пользуюсь коммунальным транспортом с помощью QR-кода, то есть, проблем здесь не возникало. Давайте ще поговоримо про маріупольський транспорт взагалі. Ми сьогодні вже зачепили цю тему, про нові наші тролейбуси, автобуси, які ми чекаємо. Дещо змінилися строки, так? От розкажіть зараз, де ми зараз знаходимося, чи пройшов тендер, чи йде тендер, що зараз? На сьогоднішній день по автобусам 20 єдиниць вже ізготовлено Мінським заводом. Сейчас вони проходять испытания. Перші два знаходяться вже в місті Київ, проходять таможенные операции. Ожидаем в следующем месяце поставку первой партии автобусов в количестве 20 единиц. Согласно договору, уже заключенного, тендерные процедуры, то есть по автобусам прошли, договор заключили. Согласно заключенного договора, срок поставки всей партии – это 64 единицы, 20 декабря текущего года. Вместе с этим проходят сейчас тендерные процедуры по приобретению 72 троллейбусов. По троллейбусам рассчитываем первую партию получить в этом, в текущем году, 19-м, и, так скажем, остальную полную поставку в течение первой половины 2020 года. Коли ви очікуєте, запрацює нова транспортна модель міста вже в повному обсязі? Ну, ми верим в то, что в течение 2020 года нам удастся весь полученный транспорт ввести в эксплуатацию. Кроме того, транспортная модель на саму программу договор будет заключен уже в начале августа, мы ее получим. И далее внедрение и ввод в эксплуатацию всего нового транспорта будет осуществляться уже на основании данных транспортної моделі. Я вам дякую, пане Сергію. Нам час повертатися до новин. Друзі, бережіть себе та близьких. До наступної п'ятниці.